Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего отдал да на смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Ранами Его исцелился ты, и проклятия твои Он понес на себе. Он открыл тебе дорогу к вечности. Он понес грехи наши на себе. Он страдал, потому что любил людей, был распят на кресте. Но на третий день воскрес, Он не умер, Он жив, Он победил смерть. Ибо так возлюбил.